В предыдущем фильме мы познакомились с городом Тиват Черногории и его Порто-Марино. А вот так выглядит Порто-Марино, если смотреть на него сверху. Мы поднялись в горы, и эти панорамные съемки я веду из заброшенной деревни, расположенной высоко в горах. Поднялись мы сюда по очень крутому серпантину. Совсем недавно здесь жили люди. Был даже уютный небольшой ресторан, где можно было попробовать настоящую деревенскую еду домашнего приготовления. Но, увы, это в прошлом. Сейчас в этой деревне мы обнаружили только один дом, в котором живут люди. Мы прошлись по всем улочкам деревни. Дома добротные, еще старые постройки, много зелени, фруктовых деревьев, особенно гранатовых. Гранат можно нарвать сколько хочешь. Панорама с каждого уголка деревни очень красивая. По какой причине жители покинули этот райский уголок, нам неизвестно. Может быть, не совсем комфортно жить так высоко в горах. Дорога к деревне грунтовая, узкая, пыльная. И серпантин, как я уже говорила, очень крутой. Мы с удовольствием бродили по этой заброшенной деревне. Трудно себе представить, что отсюда можно добровольно уехать. Я думаю, что через какое-то время здесь появятся новые хозяева. А нам посчастливилось увидеть этот еще не тронутый уголок. Уважаемые зрители, спасибо за просмотр. Всегда рада видеть вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне очень интересны ваши комментарии. И до новых встреч. Очередной фильм о Черногории выйдет в следующую пятницу.